Куда он делся? Я не знаю. Я точно видел, что он съехал с этой горки. Чебурек, я до сих пор не могу понять, почему мы гуляем так далеко от дома? Почему? Почему? Марк, ты что, забыл? У меня же этот, как его, комплекс неполноценности. Вот, я стесняюсь своих больших ушей. Не хочу, чтобы меня кто-то увидел. Вообще-то мы с тобой вчера на день рождения к Милане ходили. Тебя там все видели. И ты причем всем предлагал себя подергать за уши. Понял? Вот-вот, именно вчера я и понял, что вся эта популярность мне ни к чему. Устал я от нее. Хочу с тобой уединиться сегодня. Кстати, ребята, мы придумали задание для самых внимательных зрителей. Посчитайте и напишите, сколько раз в видео появится вот этот смайлик. А первых, кто напишет правильный ответ, мы в следующем видео отметим. Чебурек, ну когда мы с тобой уже дойдем до этой площадки? Слушай, Марк, ты ничего не заметил? Да нет, идем дальше, чебурек. Марк, я определенно что-то слышал. Конечно, такими ушами ты слышишь даже, как молекулы двигаются. Ладно, пошли дальше. Чебурек, ну ты чего? Подожди! Ой, бежит на площадку! За ним! Thank you.
Странно, куда он делся? Я не знаю. Я точно видел, что он съехал с этой горки. Так он не выехал отсюда? Я залезу наверх, посмотрю, а ты внизу жди. Ничего не выехало. Ты пошутил, наверное, да? Чтобы я специально ждал? Чебурек, сам ты шутишь. Машинка точно у тебя. Лови еще одну. Марк, опять ничего. Машинка никакая не выехала. Может быть, давай я снизу встану, а ты наверху. Прикалываются надо мной, что ли? Вот залезу сейчас сам и проверю, выйдет машинка или не выйдет. Что за шутки такие? Неужели он думает, что это смешно? Да, Марк, чувство юмора явно у тебя немножечко того. На бикрень съехала как-то. Давай, чебурек, запускай! Ну что, лови. Все-таки вопрос, куда же тогда все-таки подевался этот кот? А может, он надурил нас? Или вообще залез в горку и сейчас сидит там в ней, внутри, ловит наши машинки? И как же нам это проверить? Давай ты все-таки съедешь с горки. Ну уж нет, я не трус, но я боюсь. У меня вот, смотри, даже хвост от этой мысли дрожит. Просим помочь. Он сегодня дома. Давай. Других вариантов у нас все равно нет. Но мы можем, конечно, оставить это все так, как есть. Но мне очень интересно, что это все-таки за кот такой и куда подевались наши машинки. Надо только папе сказать, чтобы он веревку взял. Да, мы привяжем ее к чему-то. И если нужно, обмотаем эту веревку вокруг папы, чтобы он мог залезть в горку, посмотреть на проделки этого кота и забрать самое главное наши игрушки и спокойно себе за веревку вылезти обратно. Отличная идея, чебурек. Идем за папой. Ребята, если вы хотите увидеть продолжение этого ролика, ставьте лайки под этим видео. Всем пока! Да,
Кстати, на канал Марка подписаться тоже не забудьте. Проверьте, пожалуйста, подписочку свою. Ребята, ставьте лайк, если вы думаете, что Cartoon Cat существует. Куда вы так несетесь? Вы меня чуть с ног не сбили. Да за тобой, папа, как раз и несемся. Бросай давай все свои дела и пошли с нами. Да, пап, и веревку еще захвати с собой. Может, еще и мыло в придачу для полного комплекта? С места не сдвинусь, пока вы мне все тут подробно не расскажете. Значит, мы гуляем, а там Cartoon Cat такой. Настоящий. Огромный. Он нам, а мы ему. Он от нас, а мы за ним. Он на горку, а потом бац, и все, нет его. Ни в горке, ни на площадке, нигде. Я на горку. Она непростая. Мою машину засосала. И не высосала. А потом еще одну. Марк говорит, давай тебя, чебурек, спустим, проверим. А я ему нет. Давай лучше на папе твоем эксперименты проводить будем. А веревка вам зачем? Тоже для экспериментов? Мы тебя к ней привяжем и запустим в горку. Чтобы ты проверил, сидит ли в ней Cartoon Cat и забрал у него наши машинки. Значит, Cartoon Cat говоришь? Ну, пойдемте посмотрим на вашего Cartoon Cat'а. Мяу. А вот это не он случайно? Мяу. Да нет, папа, это обычный кот. Черный? Да. Только вначале в гараж за веревкой зайдем. Погнали! Ну и что, по-вашему, не так с этой горкой? Обычная детская площадка, как по мне. А, стой здесь и смотри. Чебурек, что мы смотреть будем? Окей, давай запускай. Запускаю. Чебурек, а Марк точно запустил машинку? А ты что думаешь? Мы шутки шутим. Значит так, что-то здесь не так. Вы увидели здесь какого-то мультяшного кота, который съехал с горки и исчез в ней. А после этого в горке стали пропадать ваши машинки? Да, все именно так. Но не бывает так, чтобы в горке исчезали разные предметы,
и существа. Это похоже все на компьютерную хоррор-игру SCP. А может быть, он все-таки в этой горке трусами зацепился там и пранкует нас? Вот это мы хотим с твоей помощью проверить. Да, отсюда же ничего не видно. Ребят, наверное, вы правы. Без веревки здесь не обойтись. Я тогда в машину за ней, а вы меня здесь подождите. Я не пойму, куда подевался этот кот. Пришло время покончить с этой тайной картункета и горки пожирателя вашей. Держи, привязывайте меня. Так, нужно привязать один конец к чему-то очень надежному. И дереву, или столбу. А ко второму на узел привязать папу. Так, давай, вот здесь завязываем один край, а второй мне за ногу. Да, этого достаточно, я думаю, я не отложусь. Надежно? Не очень. Так и меня пожиратель съест. О, отлично. Так, вроде бы надежно. Так, ну что, привязываем теперь меня. Ой, вот так. Как-то так. Я ж задохнусь раньше, чем залезу. Стой. Давай узел привяжем. Так. Через два. И еще разок. Попади. Нормально, все в порядке, надежно. Ну что, ладно, полезли тогда, папочка. Ну, полезли? Так. А я туда заберусь? Конечно. Хорошо. Теперь на раз-два. Давай. А вдруг веревки не хватит? Все хватает. Хорошо. Давай, залазь, Марк, выше. Слушай, а там еще один ярус. Конечно, тут такая горка, что она кого угодно пожирать будет. Пойдем. Посмотри, что там. Туда еще можно. Так, ну что, мы вроде на месте. Так. Ну отсюда точно ничего не видно. В общем, я тогда спускаюсь, а вы ждите меня здесь. Ну хорошо, давай я проверю надежность веревки. Не отвязалась ли она там? Вроде все в порядке, можешь спускаться. Так, ну что? Узел вроде надежный. Хотя какой абсурд! Какая горка пожиратель. Обычная горка. Правда, как в нее влезть? Сто лет в детстве на таких горках катался. Горка зацепилась еще за что-то. Так, ну вроде все нормально. Страшно, конечно. Марк, как думаешь, ехать? Страшно не потому, что оно, как ты говоришь, пожиратель, а потому, что оно вот такая. Ну, это горка, как горка. Ладно, в общем, узел в порядке. Если что, там тогда меня подтянете, я погнал. Хорошо, едь. Может, ты? Нет, пап. Нет, да что тут страшного? Ладно, я, короче, поехал. Все, пока, ребят. Так, ну все, я поехал. Пока, ребят. Ну что ты, пап? Пап! Папа, ты где? Папа! Ну, дверь, пожалуйста. Папа!
Марк, давай тащить его за веревку. И что это значит? Пошли внизу его посмотрим. Вдруг он с той стороны съехал. Моя машинка съехала. А папа нет. Не переживай, Марк, не расстраивайся. Мы что-то придумаем. Обязательно. Чебурек, там черный кот. Чего хочет от нас этот странный кот? Чтобы мы с ним поиграли. Ты помнишь, папа перед исчезновением сказал, что это все напоминает ему игру? Вроде да, точно. CSP. Может быть, этот Cartoon Cat, эта горка-пожиратель как-то связаны с этой игрой? А может, ты прав, побежали скорее домой. Погуглим это все. This is ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it. And this is ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma and a comma. Gotta get it, get it, get it, get it. Comma and a comma. Gotta get it, get it. And this is ticket talking Mazda for the biggest. That's a comma and a comma and a comma. Gotta get it. A comma and a comma.
Марка, я хочу... Не говорите, кто это, не говорите. Я хочу сейчас угадать. Итак, Марк, это девочка. Нет, это мальчик. Да. А что ты говоришь, нет? Ты не уверен? Мальчик, это или девочка? Итак, Марк, это мальчик. Мальчик пришел в зеленых штанах. Да. Без штанов пришел. Тогда его здесь... А, тогда это я без штанов. Марку исполнилось сегодня 100 лет! Нет! Yeah. Марку исполнилось 200 лет! Нет! Yeah. Это Марк! Это... Да! Yeah. Обнимаем его все быстро, быстрее! Все супер-обнимашки Марка! Марк, я желаю тебе, чтобы ты оставался всегда таким же радостным человеком. Так. Чтобы ты не рос дальше, чтобы остался таким же. Мелким, что ли? Да! Отличное пожелание. Я желаю, чтобы у тебя в школе не было двоек, а были пятерок. Сколько? 200 тысяч. Ничего себе. 200 тысяч чего? На сколько? Подписчиков. А, подписчиков 200 тысяч. Это 500. 500 тысяч? Ничего себе. Давайте поплодим. Здоров, я люблю, чтобы у тебя в дневнике только были 12, и ты всегда занимался на отлично и слушался своих родителей. Чтобы он был богатым. Богатым? Так, как Брюс Уэйн, суперспособность богатства, да? Что? Это игра на выживание. Кто последний, кто самый последний выжил, тот и молодец. Игра такая, назначаем на одну бешеную макаку. И он должен в лабиринте всех найти. Да, смотрите, кого нашел, тот тоже превращается в бешеную макаку. Мы сейчас запускаем всех, одну бешеную макаку оставляем. Она считает до 10. И потом, кого дотронулась, тот тоже становится. Ну что, готовы играть в бешеную макаку? Так, ну как вы думаете, кто бешеная макака? Я! Бешеная макака пошла. Готовы? Итак, 1, 2, 3, все лабиринт, мы считаем до 10. 1! 3! Плечом нажать на цвет банана. Цвет банана. Плечом. Это зеленый банан. Это зеленый. Вы что, зеленый банан видите? А он говорит, да ничего особенного. Твой подарок. Попались. Вы что, попались? Включаем музыку. Марк нам показывает, как танцевать. А мы должны повторить за ним все движения. Я не слышу, готовы! Да!
Команда Марс. Готовы? Да. Итак, один, два, три. Команда Марс! Ребята, смотрите, эта бита не картонная. Она железная. Бах! Конфеты. Конфеты. Конфеты, а ну-ка. Точно, конфеты. Ни аниматора. Все это Cartoon Cat испортил. Оставил меня без дня рождения. Happy birthday to you. Happy birthday, dear birthday. Happy birthday to you.
Макс, смотри, это горит Пикачу. Сейчас нужно задуть ему этот факел и загадать самое заветное желание. Когда задуешь, по-любому оно сбудется. Однозначно, я уверен. И сейчас загадай. Только сознание не потеряй. Ура! Ура! Идем, Марк. Покажи, что там интересного. Так, Маркух, что же ты мне... Ух тышка! Странно. По-моему, я оставлял коробку закрытой. Странно. Может, ее ветром открыла? Ну да ладно, давайте разбираться, что это за такая штука классная. Так, ну что, мужики, давайте тогда займем места, и вы расскажете, что это у вас за такая чудесная штуковина. Эй, ребята, мне ничего не видно. Ну не расстраивайся, братан, давайте я посажу вот здесь, чтобы тебе хорошо видно было. Так видно? Ага. Значит, у нас здесь... А что это у нас здесь? Папа, знаешь, что это? Нет, не знаю, поэтому говорю, расскажи мне, где это вообще ты взял и что это такое? Прочитай. Так, это муравьиная ферма для детей и взрослых. Тут не для чебурашков, тут только для детей и взрослых. Ой, сознание потеряло. Вообще-то чебурек тоже люди, я иду к вам. Ну давай, люди, занимай свое коронное место. Слушайте, ребят, ну, я так понял, это муравьиная ферма, и вот этой, погоди, не тяни сюда свои классные ручонки. Этой муравьиной ферме вот эта коробка уже не нужна. Папа, что делать? В общем так, я немножко пошутил, я уже знаю, что это за ферма, я даже не немножко, я знаю все об этой ферме. У нас какая ситуация? Есть ферма, есть щипчики. Щипчики тебе пока не понадобятся. Щипчики? Да, щипчики. Это знаешь зачем? Это когда ты вырастешь, усики тебе выщипят. Так, по порядку. Знаешь, что это такое? Камушка. А как ты сразу знаешь? Ну, я просто знаю, я просто видел на ютубе муравьиные фермы. Красавчик, действительно, это кормушка, куда мы будем насыпать корм для муравьев, и они будут его хавать. Ты, это же деревце. Деревце. Соберешь деревце? Зачем ты поцеловал деревце? Это будет чебурек, будет в него под ним туалет ходить. Так. Отлично, собрал деревце. Вот, ты взял прям самую важную часть. Осторожненько. Осторожно, ребятам тут беспокойно. Итак... Главное, чтобы ватка не выпала.
Ну, она выпадет сейчас, через 5 минут, через 2, через 3. В общем, это муравьи. И у них там есть... самка. Матка, да. Самая главная матка, которая их, в общем... Я еще в жизни не видела. И там еще яички. Да, это личинки, вот смотри, видишь, что она несет, в которых живут маленькие муравьишки. Это личинки? Ну, это яйцо, муравьиное яйцо, в котором живет муравьишка. Они ползают? Вообще сейчас ползает, видишь? Нет, яйцо же. Яйцо нет, яйцо муравьи носят. Да. Будешь? Сварим, сварим завтра на завтрак. Тебе в школу возьмешь. Это декорация. Так, вот эта вот часть, это ферма, а вот это арена. На арене... Они сражаются. А вот сюда вот заливается из пипетки вода. Слушай, откуда ты все знаешь? Ты прав, нужно вот эта вот вода. И воду мы будем добавлять вот сюда. Да, и вот сюда. Первый раз. И здесь у них есть место, где они пьют и берут частицы. Это гипс. Они оттуда в основном пьют и строят свои штуки. Нужно налить водички так, чтобы гипс потемнел. Это примерно 2-3 миллилитра. И вот специальное отверстие, куда заливать воду. Понял? Все, так, ну теперь что? У них есть площадка, на которой они будут жить и развиваться. Это будет вот здесь до зона, здесь у них поильник, а вот здесь, скорее всего, у них детки будут жить, детский садик будет. А в эту зону у них пока прохода не будет. Предлагаю сейчас заполнить водой их поильник. Как их пипетки. Да, у меня есть вода, специально подготовленная вода, которая рекомендована для деток. Набираем 3 миллилитра. И нужно заполнить постепенно вот сюда, чтобы вот этот вот гипс потемнел, стал темненьким. Давай. Давай. Потихонечку, не торопись, чтобы он успел впитать. И становится темнее, 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 темнее. Наш гипс стал темным. Этот белый, тут воды нету, а этот темный. Теперь муравьи смогут отсюда питать воду, да. Ага, куда мы поставим кормушку? Давай, вот сюда. Я бы не рекомендовал, потому что именно отсюда, по вот этому пути, они будут проходить сюда в лабиринт. Ну, получается, туда как раз по... матка не пролезет. Да, матка не пролезет. Давай где-нибудь вот здесь ее разместим посерединке, и пусть она тут и стоит. Хорошая идея? Давай. Да? Отлично. Так, чтобы ни единая кормушка не рассыпалась и не посыпалась по столу. Дубль. Какой ты? Сам ты дубль. Стой, да не надо 76. Какой же ты заботливый. Я тебя так уважаю за это. У меня просто пушок есть. Я умею за животными ухаживать. Ага. Поэтому он такой худой и лысый. Смотри, чтобы они не вышли, есть специальная кришка. Да. Не надо хлопать по ней, она пластиковая. Кришка. И вот такие ручки еще там, может, надо подсоединить. Это не топор, это кришка. Ой, как этим муравьечкам повезло. Корм у них вкусненький такой. И домик ничего. Хоромы целые. Не то, что у меня будка за гаражами. Значит так, мурахи, меняемся с вами жильем. А то у вас уж слишком какие-то лакшери условия. Негоже, чтобы муравьи... лучше, чем чебуреки жили. А про тебя, лысый, я вообще молчу. У тебя и дворец царский, кроватка мягче, чем у Марка самого. И вон, даже горшок есть человеческий. Не то, что мне приходится на улицу в песочницу ходить. Покатай меня. Ну, покатай меня. Покатай меня. Ты готов? Давай, только не я буду. Че, ты пипеткой высасываешь... Сейчас вытащу ватку и, наверное, положу колбу просто сюда, вовнутрь. И пусть она пока лежит. И они с колбы постепенно переберутся, перенесут яйца, все перенесут сюда. А ты как ты это положишь? Так, типа? Ну да, я вытащу ватку и положу просто колбу. И она пока будет лежать, пока они переберутся. Им же нужно перенести яичко. Ну, они постепенно начнут переходить. Также важно очень, в инструкции сказано, что обязательно нужно накрыть лабиринт на время их переселения. Это примерно сутки, как ты правильно сказал. Но я думаю, они все это сделают быстрее. Пожалуйста.
пожалуйста, подпишитесь на наш канал, чтобы это все было быстрее. Так. Что такое? Так, дружище, слезь. Ой, они готовы. Слазь, 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 слазь. Ай, один уже выбрался. Так, чувачки, помещаю вас сюда. Так, это, наверное, пока пусть тоже полежит здесь. Ладка. Ура, глянь, они могут по стене лазить по этой. Вот, муравьи себе полезли по тебе. Не боись. Так, мы их переместили. Они могут тут лазить. Да, они могут тут лазить, ты прав. Давай закрой быстрее. Ой, да ладно, памперс одел. Все закрыто тщательно. Трусишка. Я просто муравьев боюсь. Чего ты боишься? Они муравьев и не боишься, боюсь, что они у нас по дому будут лазить. Ну все, зачем ты так давишь? Ты сейчас продавишь дырку. Все, им через эту щель они не пролезут. Так, ну что, корм у них есть. О, матка зашевелилась. Ты посмотри, какая суровая девица. Тебе видно? Ты посмотри, бомбит. О, смотри, как хорошо. Это дипломская рыба. Отлично, подойдет. Так-ка, ну-ка я посмотрю, как у них там темно. О, да, у них там стало потемнее, они сразу... О, смотри, там чувак первый сейчас туда должен пойти. Марк, выяснилось, что муравьев пока нельзя кормить, пока они не обустроятся и не перейдут в туннель. Подожди, дерево я выкащу. Вот, поэтому кормушку пока мы убираем, пока они перейдут в систему туннелей. Вот, также что хочу добавить, что я хочу тебе рассказать. Оказывается, я же посчитал сейчас. Оказывается, вот здесь мы увлажнили для того, чтобы вот рядом с влажной камерой они себе вот этих своих деток выращивают. А в теплых и сухих камерах они их уже подращивают до более большого возраста. Вот. Еду пока не нужно добавлять, пока они сюда в туннели не переберутся. А когда переберутся, мы поставим им еду. Для этого нужно подождать сколько. Ну что, мы там с лысеньким наигрались, а у вас тут как делишечки? Покажите, вы там муравьишек, друзишек моих заселили? Ой, как хорошо им там, ой, как прекрасно, только чего-то из колбочки вылазить они не хотят. Как же быстрее это сделать? Ускорим процесс. Не могу открыть крышку. Ладно, вот так. Вот так. Готов? Не надо высыпать их! Вон яичко выпало. Где? Вот беленькое яичко лежит. Видишь? Сейчас он его схватит. Видишь, он схватил яичко. И сейчас куда-то его понесет. Все, таким образом сейчас они начнут... А матку что не высыпал? Ну, извините, она... Что, думаешь, ее лучше высыпать? Да, давай. Да? Ну, давай. Так, яичко он куда несет? А он его в домик тащил, а я домик забрал. Матка, выходи. Матка не выходит. Матка такая домина. Слышишь, она такая, она там схватилась. Ну ладно, не будем матку пока тревожить. Давай, все, засыпай. Все, закрывай. Я думаю, они сейчас пойдут в туннели. О, вон он, да, на пути в туннели. Чудесно, все. Он сейчас выйдет. Сейчас он на второй идет. Давай пока накроем, чтобы он понимал, что туда можно деток прятать. Вон, смотри, видишь, он деток несет. Он малышей носит. Да. Так, ну что, ой, мы все малышей вытрусили, все. Они ищут сейчас, куда их девать. Но сейчас, наверное, будут тащить обратно к матке. Вот это приключение. Сегодня, наверное, всю ночь буду сидеть, наблюдать за ними. Братюнечки, ребятюнечки, у меня тут срочное дело нарисовалось. Мне очень нужно почистить уши. Пойдемте, поможете мне. Значит, ты, Марк, будешь ответственный за левое ухо, а ты, папочка, будешь чистить правое. Ну а что? Нам же долго тут этих муравьишек ждать, пока они переселятся. Пойдемте, пока важным делом займемся. И это хвост еще кто-нибудь почистите мне. Ладно, Чебурек, пошли. Ну погнали. Это здесь. Оп, а что тут разлегся? Погнали с нами. Так. Фух. Все, братва, пойдем. Thank you.
а может пойдем проверим, переселились уже муравьи или нет? Uh-oh.